Всем привет, дорогие друзья! И добро пожаловать на канал Bubblegum. Для тех, кто впервые на канале, обязательно подписывайтесь, оставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Для вас это, конечно же, не тяжело, ну а для меня это будет очень-очень приятно. А вот, друзья, если что-то с качеством немножко изменилось, снимаю на телефон. Вот, мои руки не доходили действительно, чтобы заснять этот обзор. Вы, наверное, уже по названию поняли, что мы будем сегодня с вами разбирать продукцию фирмы Greenway, российской фирмы Greenway. И я хотела бы просто поделиться своими впечатлениями о данной продукции, поделиться продуктами, которыми я уже пользуюсь, и хотела бы не то что даже посоветовать, просто я как покупатель, да, как клиент. Это очень большая, обширная компания, где люди делают обзоры, всякие там, я не знаю, эксперименты на данной продукции, да. И я когда заходила, что-то смотрела, то есть люди делятся на два лагеря, да. Это положительные и это отрицательные. Это всегда так было, комментарии, да, положительные и отрицательные. Я тот человек, который отношусь к положительным, да, отзывам, к положительным комментариям, потому что, ну, для меня это реально классная продукция, в которую я полностью влюблена, просто нереально, колоссально влюблена, и хотела бы, конечно же, вас обязательно познакомить с данной продукцией, обязательно досматривайте ролик до конца, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, для вас это, конечно же, не тяжело, но для меня это будет очень-очень приятно. То есть немножко поговорим о Greenway, покажу продукцию. Продукции у меня очень много, которые я пользуюсь, которые я приобретала для себя, да. Помимо того, то, что я как бы приобретала, я начала работать в Greenway, да. Конечно, люди многие боятся, я не отрицаю, что это сетевой маркетинг, но этот сетевой, он без каких-либо вложений. То есть вы сами просто создаете чат, как бы добавляете людей в чат, просто, получается, выкладываете продукт, товар, который, да, там в какой-то определенной линейке дня, и все, это вся работа. Многие люди начинают бояться, я с вами согласна, да, многие напишут сетевой, 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 да. Я знаю, что такое сетевой маркетинг, очень хорошо знаю, очень хорошо знакома, но, тем не менее, отличие от Greenway и последующих компаний, которые хотят, да, как бы привлечь себе людей, затянуть свою финансовую пирамиду, да, здесь совершенно не такое. Ну, по крайней мере, я с той стороны, которую вижу и вам действительно говорю. Даже по факту, мне не так, что больше нравится, допустим, там работать, мне нравится просто приобретать данную продукцию, она действительно классная. Ну и работа — это, конечно, мотивация и какая-то лишняя копеечка в кармане. Вот, давайте начнем с нашей продукции. Что я попробовала? Я попробовала всеми известные и, конечно же, популярные файберы. Файберы – это такие вот тряпочки, которые созданы из специального микроволокна, которые созданы по японским технологиям, да. Все стандарты эко прошли, которые... Я тоже смотрела по поводу, многие там спорят, это эко-товар, это не эко-товар. То есть, друзья, мы никогда не узнаем правды, да, даже пусть это не эко-товар, но он просто невероятно качественный, который мне очень сильно нравится. И уже использовала я достаточно много. И, конечно, могу не просто так говорить с одной тряпочкой, да, а прям действительно, прям поделиться. Для меня этот ролик, конечно, на это и настроен. Вот, спасибо за вступление, сейчас будем продолжать и, конечно же, вам буду рассказывать. Вот, на заднем фоне вы, конечно же, видите у меня балансер, чай, какао с вишней, напитки растворимые. Здесь это уходовая косметика, которой я пользуюсь, когда моюсь в ванне, да-да. Вот, и моя любимая швабра, шваброчка с фирмы Greenway. Вот, классная швабра, тоже все покажу вам. И расскажу. Давайте начнем, наверное, с файберов, которые я приобретала. Точно не могу сказать, как они правильно называются, честно врать не буду. Но представление, что к чему, почему, я могу сказать. И, конечно же, не подумайте, что я сейчас сижу, рекламирую, там, покупаю. Нет.
этот ролик не настроен на рекламу. Этот ролик настроен на честный отзыв данной продукции. То есть, как от меня, как от пользователя, да, как от клиента, который пользуется данной продукцией, на это настроен ролик, конечно. Вот. Начнем, наверное, мы сначала с Fiber. У меня здесь на столе просто кавардак, но, тем не менее, хочу прям каждый товар вам пробежаться хотя бы, я не знаю, хоть маленьким словом, что ли. Потому что если о каждом прям, как они пишут на сайте, если я буду прям дословно там рассказывать, нам не хватит даже часа. Вот. Так, давайте начинаем. Вот такой вот Fiber для стекол. Кстати, у меня есть запакованный, сейчас вам скажу, как правильно называется. Home P1, вот, Greenway Fiber. Вот такой вот. И здесь самое интересное, вот здесь желтого цвета, они разного цвета. А здесь стоят циферки. Для чего эти циферки созданы? Впитываемость 6 баллов, полировка 9 баллов и очищение 5 баллов. Данная продукция является экологически чистыми товарами, которые выпускает. И суть данной продукции, да, в чем? Так, вот объясню, что вы понимали. Берем мы тряпочку. Вот она тряпочка. Вот. Взяли мы тряпочку, намочили водички, отжали и протираем наши окна. Самое, что интересно, не нужно не использовать какие-то моющие средства, химические средства, да. И данная продукция пропагандирует, чтобы люди отказывались от опасной, вредной, ужасной химии и, конечно же, пользовались, да, пользовались экологически чистой продукцией, да. Конечно, если прям углубляться, я не могу точно сказать. Но по данным факторам, даже если пить чай и отличить обыкновенный чай и чай с Greenway, я прям просто увидела колоссальную разницу. Вот, вот такая вот тряпочка у меня есть. Замяла, умяла, но вам показала. Вот, это для стекол. Очень классная, пользуюсь действительно. Посушил, она быстро высохла, намочил, протер. И, главное, окна без разводов. И нужно вытирать окно, как будто вы вытираете просто пыль. А вот. У меня есть просто еще влажные микрофиброчки мои, файберы. Ну, я вчера просто убиралась и постирала их, короче, вот так вот. Дальше вот такое вот у меня есть. Это кухонная микро... Это файбер. Вот он. Очень хорошо впитывает влагу. Что-то, если разлили, протерли. Очень удобно протирать посуду, да, когда она мокрая. То есть очень тоже универсальный для кухни. Вот такой вот файбер. От всех у меня этикета, конечно же, не осталось. Блин, ноготь зацепляется. Так, называется Home A4. Вот, вот такая вот. Впитываемость 9 баллов. Полировка 5 баллов. И очищение 3 балла. Вот, ну, по факту, да, здесь впитываемость. Дальше у нас вот такая вот всеми, наверное, полюбившая, популярная, сейчас вам скажу, как правильно называется. Немножко неподготовлена, но ничего страшного. Так, Home S9, это такая варюшка, варюшка Twist, если я не ошибаюсь. Впитываемость 6, полировка 1, очищение 8. То есть у меня, конечно, не от каждого товара есть вот такие вот. Но, тем не менее, что-то я помню, потому что пользуюсь я регулярно уже на протяжении месяца, и отзывы действительно положительные. Очень хорошо убирает шерсть, очень удобно чистить кошек. Я очистила стулья, диваны, потому что у нас две кошки, и шерсти просто вот так вот. То есть очень классная штучка. Давайте померяем, как выглядим мы. Ну, в общем, такая, короче. Дальше, что у нас? Ну, для стекол я вам показала. Дальше у нас Home S15. Это впитываемость, полировка, очищение. Очищение тоже на 9 баллов. Если я не ошибаюсь, это такая губка, которую моет без ферри. Просто мочим и моем посуду. Ну, как, опять же, да, я не подметила. Как стирать и пользоваться файберами. Стираем мы специальным хозяйственным мылом.
от Greenway, ну или просто хозяйственным, просто хозяйственным. Вот и все, никакая машинка, ничего, ручками постирали. Если прям ужасно жирные какие-то моменты с посудой, просто наносим мыло ихнее и, конечно же, моем посуду. Вот, в чем фишка. Вот, Home S15, это такая губка, это у меня просто новая лежит, я брала вообще для Тёмы ее. А для дома у нас тоже есть, сейчас я вам покажу. Так, ой, вот такая у нас для дома, где мы моем посуду. А это я брала Тёмки, она новая, запечатанная. Нужно достать. Вот тоже из 15, хом. Ей месяц. Гарантия, гарантия. Мне самое, что понравилось по файберам, 2 года. Если правильно за ними ухаживать. Действительно, если правильно за ними ухаживать, они и вид не меняют, и прилично смотрятся, и все очень прекрасно. Вот, то есть вот такой вот файбер у нас. Дальше. Тряпочка. Кстати, брала и ни разу не открывала. Тряпочка для мытья посуды тоже такая. То есть вот такая вот она. И вот такая вот. Я, знаете, что еще хочу сделать, друзья? Прям в шорцах показывать вообще, как моет, как что. Потому что такой вот контентик поехал, подъехал. Ну, в общем, такая тоже тряпочка. Как губка, только просто тряпочка. Так. А дальше у нас что такое? Это как-то, знаете, врать не буду, как-то он называется, но он специально для газовых плит, для жирного. Вот. Такая поверхность и здесь такая. Называется, в общем, Home S6. То же самое. Ну, то есть вы понимаете, что они хорошо чистят. Они впитывают грязь как пылесос, в прямом смысле. Очень хорошо затягивают грязь, хорошо очищает. И прям действительно классный. Буду теперь в шорте тестировать, как это все работает. Чтобы вы помимо этого ролика и понимали работу данных продуктов. Вот. Это показала. Теперь вот такой вот спунж для очистки самых грязных моментов. Самых жирных, самых ужасных. Действительно, очень хорошая вот этой штукой. Я пользуюсь вообще 24/7. И к нему идет такой сладкий, очень классный мистик паста. Данная продукция прям вообще вот прям это в топ линейке. Вот этот спунж и вот этот вот мистик. Покажу вам, сколько за месяц у меня осталось в баночке. За месяц мою каждый день, то есть вот прям. И вот такой вот спунж, просто мочим, опять не добавляем ничего, мочим спунж, берем пасту и выполняем круговыми движениями, все, больше ничего. Также окна моем без химии, также посуду моем без химии. Но с одной стороны, конечно, это очень круто, что мы отказываемся от химии, это очень классно. Вот. И к мистику, помимо того, то, что есть паста классная, это у меня новая пачка, свою старую я уже использовала. Это вообще супер находка. То есть мистик паста отмывает стекло, нержавейку, санфаянс, фарфор, керамику, пластик. Очень хорошо гарь вот это вот все очищает. А порошок мистик, стекло, хрусталь, серебро, чайник, кофеварка, фарфор, очищающий порошок. Вот такой вот. Давайте я вам открою, покажу его. Чтобы представление имели. Здесь вот в пачке, вот реально на месяц мне хватает. Я взяла просто себе новую. Такой вот порошочек. Вот, очень классный. Прям вот реально, вот если что-то, какой-то нагар или что-то, вот просто наберете кастрюльку, наливаете горячей воды, ложечка чайная мистика, и вся вот эта грязь через 5 минут уходит. То есть тереть ничего не надо. Вот. Вроде бы еще 14 минут, а и продукции еще много-много, надо ускоряться, чтобы не затягивать. А дальше. Вот такая варежка Ласка. Она очень хорошо убирает макияж без мицеллярной воды. В прямом смысле просто ее мочите и убираете вот так вот макияж. Стираем также хозяйственным мылом.
ну или хозяйственным мылом с Greenway. Дальше, так, покажу вам, наверное, какая тряпка идет у моей швабры. Вот такой вот. Здесь прорезинено все. Ой, боже. Такая вот швабра. Классная. Удобная. Тряпочка для мытья полов, для влажной уборки. Тряпка для сухой уборки. Вот такая вот. Двухсторонняя она. Тряпочка. И еще, кстати, в комплекте есть еще одна тряпка. Вот, но я не стала доставать. Это что я прям вот пользуюсь. И вот такой вот универсальный, посмотрите. Она мокрая просто. Универсальная тряпка, ну, для сбора пыли с дома. Я просто быстро сейчас постирала, чтобы хотя бы показать вам. Вот. Так, дальше что у нас? Это показала. Мылка у нас вот такое вот. Ну, открывать не буду, но обыкновенное, стандартное хозяйственное мыло Ментол. А вот. Ну, зачесался. Так, дальше. Вот такой файбер для машины. Досматривайте ролик до конца, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ролики. Фу, 6 так залетало, мне аж прям нос зачесалось. Такая вот тряпочка для полировки в машине. Называется сейчас правильно авто опять. И самое главное, что в Greenway каждую субботу и воскресенье проходят скидки на 20% на определенную линейку продукции. Это тоже очень классно. Вот, если вам какой-то товар приглянулся, и он еще попал на скидочку, это вообще супер, супер, надо брать. И самое главное, честно, надо брать почему? Потому что продукция вся классная, качественная. Я просто уже, видите, вам показываю для чего, что я пользуюсь. Я пользователь данной продукции, и я, конечно же, знаю и понимаю, как работает, как. Потому что я смотрела на Ютубе очень много отрицательных отзывов. Люди, вот она, мицеллярная вот эта вот перчатка, она для декольте, для шеи, для лица, и ребенка можно как бы, да, она очень мягкая, посмотрите, очень мягкая. А люди путают, как она правильно называется, виходка или как, для пилинга кожи, они снимают макияж. Друзья, нужно правильно ознакомливаться. Вы можете зайти на сайт Greenway, в каталог, и все прям подробно почитать. Даже то, что я сейчас вам показала. Дальше у нас идет такая эко-формула. Это пятновыводитель. Им еще я не пользовалась. Точно врать говорить не буду. Но пользовалась вот таким вот карманным. А вот. Кладем в сумочку. Все, забазались там или еще что-то. Все, просто чик-чик-чик брызнули, потерли вот так вот. Опять брызнули, потерли, и пятно выходит. Почему я точно знаю, что он обалденный? Потому что мы ели Red Dragon, и там вот этот вот соус, который идет, мне капнул на светлую футболку. Мне достало. С Greenway, X-формула вот такой вот, чтобы вы понимали. Он как карандашик, я не знаю. Побрызгала, потерла, все, пятна как не было. И то есть даже в городе не стыдно ходить. Вот. И вот такая экоформула, еще не пробовала, но хочу попробовать. Конечно, в шорте буду все прямо о каждом продукте я выкладывать. Вот. Почему мне бы еще хотелось записать этот ролик? Потому что я знаю, даже кто люди с России, да, они многие говорят, что это лоходрон и так далее. Друзья, я сейчас говорю про данную продукцию, которую я принимаю просто с кайфом, понимаете? Данную продукцию. Это классная продукция. Я ничего не пропагандирую, я показываю, и я хочу поделиться со своей же аудиторией. И я всегда говорю, люди, которые не пробовали данный продукт, всегда скажут, что он плохой, потому что они не знают, какой он. Вот. Что я говорю сейчас. Это мой отзыв личный, если что, это мой. Дальше. Дило шаром, алоэ и цитрус. Это вот такой вот дезодорант. Вот честно, обалденный. Почему обалденный? Я, допустим, пользуюсь дезодорантом Рексона. А это вот такой вот тоже гринвейвский дезодорант. Он вот в такой вот стеклянной баночке.
пахнет, знаете, как будто апельсиновым соком или что, я не знаю. И вот мы просто будем откровенными. Берем, идем в душ, моем подмышки с мылом, хорошо вымываем, хорошо подмышечки высушиваем. И всего лишь один раз сюда брызгаем и один раз сюда. Ручкой вот так вот втираем и все. Первую неделю сразу говорю, потовыделение будет ужасно, потому что, во-первых, мы не привыкли к таким дезодорантам. Во-вторых, его суть выгнать вот эту вот всю, как бы, знаете, токсины или шлаки или что, не знаю, как правильно. Вот. И суть в этом идет того, чтобы он сначала выгоняет, и потом он фиксирует, и вообще все классно, действительно. Неделю я сначала не понимала, а после недели у меня прям сухость в подмышках, прям кайф, кайф. Вот, дальше брала Никс Кот, вот такую вот сыворотку, ну это не сыворотка, это больше как спрей для лица, да, можно сказать так, вот такое. Я надеюсь, вам все видно, что показываю. Вот такой вот спрей для лица, он заменяет маски, то есть показываю, как им пользоваться. Вот, лицо очищенное, чистенько умытое. Вот так вот. Вот, видите? Оно увлажняет, освежает, прям классно. И, кстати, лицо, почему мое стало чище, кстати, даже на прошлых роликах. Я же на тот момент начала пить чаи и начала пользоваться косметикой. Ну вот сейчас у меня просто вот из разных ситуаций, конечно, повысыпали здесь прыщи. А так, в принципе, как бы, ну, и то даже я и забросила, конечно, из этих всяких разных ситуаций, забросила восстанавливать лицо. Сейчас опять начинаю. Вот, очень классный запах, бомбезный. И вот эта вот сыворотка, как бы спрей, да, заменяет маски для лица. Как люди пользуются масками? Я любитель тканевых масок, да. Я утром проснулась, умылась, одела масочку, да. Можно просто проснуться, умыться, побрызгать, и та же самая вам масочка. Спать легли, сняли макияж вот такой вот лаской, без всяких мицеллярок, побрызгали лицо, перед сном все, лицо начинает жить, реально, оно становится такое свеженькое, прям вот, ну, видно прям, в общем. Вот, брала тоже вот такую вот Ник Кот, витамин С, еще не пользовалась, точно говорить не буду, но ее капец как нахваливают. Цвет кожи светлее делает, убирает пигментацию. Кто не замечал, у меня есть веснушки вот здесь, да. Вот, ну, то есть классная. Читала по отзывам, ну, тоже буду в шорте о каждом продукте рассказывать. Вот, давайте в шорте будем делиться. Кто пользовался еще, кстати, кто пользовался гринвейвской продукцией, пожалуйста, пишите, что вам нравится. Вот, ну, сейчас буду побыстрее пробегать, потому что, ну, уже ролик на 23 минуты. Вот такая вот паста, она тоже очень классная. И мне нравится ее структура. Структура крема. Не щипит, не жгет зубы. Вот за месяц израсходовалось столько. Ну, то есть, если еще вот так вот собрать, вам что показать. Ну, еще пол тюбика, можно сказать так. Так, это за месяц. Дальше я хочу показать. Вот такая вот подставочка тоже с Greenway, бамбуковая. И на ней у меня лежит вот такая вот шампунь. Конопляная шампунь. Но, кстати, интересно, крема у них, шампуни идут на конопле. Вот. Такая вот шампунька. Пользовалась. Вот я ее купила и пользовалась 2,5 недели. То есть на мой длинный волос. То есть здесь еще уйма, уйма всего. Вот. И вот такой вот бальзам. Органовый бальзам вообще прям пахнет классно на органовых маслах. Почему бамбуковая подставка? Ну, чтобы, конечно, они не раскисали. А вот. Еще не показала вам классную штуку. Называется пластины универсальные для стирки. Что это за пластины? Это вообще вкусняшка всех. Любители обожают их. Даже я. А вот. Я сама в них влюбилась. Что за универсальные пластины? Такая вот пачка. Здесь есть такой крючок, как их можно брать. То есть пластина вот такая вот идет. Две пластины на 3 килограмма белья. То есть вот эти две пластины заменяют порошок и заменяют Ленор, да, кондиционер. Очень приятно пахнут. Они почему универсальные? Можно удобрять растения. Здесь идут растительные вещества, которые расщепляются, и вся вообще продукция, в принципе, даже файберы, они расщепляются, то есть
экологии не наносит никакой вред. А, вот. Можно добавлять, так как я пользуюсь файберами, если я хочу мыльную водичку, а не только водой мыть, просто добавляю две пластинки, так же делаю. На 6 килограмм уже 4 идет пластины. То есть, ну, от количества, да, килограмм идет столько пластин. Вот, очень классные. Я прям в восторге. Вот, добавляю и растения удобряю, и вещи стираю, и еще убираюсь. То есть, вот такая вот пачка 60 пластин здесь вот, ну, дофига можно всего сделать. Даже можно одну пластинку добавить. То есть, как бы, очень много чего можно сделать, и действительно это нужно. Так, по такому пробежалась, теперь буду по детскому говорить. Ну, я уже буду быстро вкратце говорить. Это уже все я пользовалась. Детская классная пена для ванны. Очень хорошо убирает покраснение, там, сыпь какую-нибудь, я не знаю, потницу и так далее. От нуля плюс, это гринвейвская тоже продукция. Без одушек искусственных, без красителей, без силиконов и сульфатов. То есть чисто экологически на травах. И, кстати, когда деток помоете вот этой вот пенкой, он очень хорошо кушает и очень хорошо спит после купания. Такая же шампунь этой фирмы. Фирма называется Тоти. А, вот. А, дальше вот такое вот молочко для тела, тоже этой фирмы. Там одинаковые все компоненты. Еще у них последнее, ну, конечно, пятого у меня нету, детской пасты. Вот, но это Тёмкин набор, я для него покупала. И я прям вообще классно, очень такая, знаете, вот у молочка, сейчас покажу, для тела. И самое главное, что расходник очень маленький. То есть вот такой вот капелькой я могу прям полноценно намазать руку, понимаете? Вот, показываю, да? Еще вот сюда идет. Прям такой сладкий вкусный ароматик. И вот, кстати, моя вот эта кончилась. Я себе вторую такую заказала, эти пустая. Кстати, посмотрите, что пустая, то подумайте, как будто бы чей-то товар показываю. То есть это я сама пользуюсь. Дальше я вам показывала средство вот это обалденное от ожогов, восстанавливающий гель. Когда у меня загорело солнце на Копчегае, я пользовалась этим вот гелем, и вообще у меня лежит как в аптечке. Там очень много всяких лекарств, БАДов и так далее. Я, кстати, себе тоже БАДы брала, сейчас покажу. От стрессов вот такие вот БАДы. Пью два раза в день. БАДы — это вообще пищевая добавка, идет к пище. Вот, вот такие вот БАДы пью. Стресс, конечно, всегда меня окружает, и приходится как-то спасаться. Вот, такие вот БАДы. Очень хорошо поддерживают фирма Велап. У Виталии вот такие БАДы для мужчин. Здесь прям вот для активности, против усталости. Ну, все же люди устают, и чтобы вот как энергетически заряженным быть. Вот, такие вот БАДы. Дальше у меня здесь, ну, уже буду быстро пробегаться. В общем, сейчас по косметике, она вся классная, лицо я восстановила супер. У меня есть гель для ног против отеков и усталости. Кстати, отеки стало, у меня хорошо сниматься, когда стала пить чаи и мазаться ихними кремами. Крем для стоп увлажняющий. Так, в такой у меня баночке был спрей для носа. Спрей для носа, он против насморка, против аллергии, против забитости, против сухости, да, здесь идет на маслах, очень классный, вот, и вся продукция у них гипераллергена. Но, тем не менее, все равно, когда будете что-то приобретать, читайте состав. Ну, это так всегда положено, мне кажется, это, об этом даже говорить не нужно. Дальше у меня крем для сухой и чувствительной кожи, кстати, очень классный тоже. У меня все крема есть, я вообще же сейчас восстанавливаю, вот, вообще максимально за собой все. Маска очищающая тоже. Дальше маска увлажняющая. Кстати, этими масками я еще не пользовалась. Тоже в шорте хочу прям... Даже, то, что, даже что я и пользовалась, хочу выложить в шортс. Так. Это маска. Минеральная маска для лица. Сейчас покажу, чтобы понимали, какая она. Такая вот. Здесь столовая ложка нужна нанести этой маску. То есть вот такая вот. Дальше у меня минеральная маска тоже. Ну, она, это идет для восстановления, для против покраснения, вот если не ошибаюсь. А это прям для восстановления. 1/2 чайной ложки, вот даже чайной ложки.
Я один раз делала, ну прям тоже классно, мне понравилось. Эту маску надо так делать, чтобы вот кожа не была как бы вот эта вот маска не сушилась, а постоянно опрыскивать. И когда вы постоянно опрыскиваете, это очень классный результат. А дальше у меня здесь вообще. Так, это я брала для Тёмки. Чесать десна. Такой вот спунж. Ну, не только для детей, он и для людей, которые, допустим, на отдых едут. Зубы чистить можно им. Ну, очень удобно. Ну, я брала для Тёмки, чтобы дёсеньки чесать. Спонж пилинг у меня. Вот такой вот. Так вот одеваем на пальчик. И вот так вот чистим наше лицо. Пилингуем. Я брала ее тогда, когда у меня сгорело лицо, и вот эти вот волдыри засохли, в общем. Так, дальше пробежимся уже с вами по уходовой косметике, которую я наношу в ванне. Так, это у нас крем для тела Стоп Антицеллюлит. Девочки, это очень классное средство. Пахнет, вот кто чувствовал перцовку, перцовый баллончик знает, когда в помещении набрызгаете. Вот так вот. Но он хорошо убирает целлюлит. Я вам честно скажу. Да, очень хорошо, кстати, похудела и прям посвежела после этой продукции. Пью чаи и так далее. Ну, может, вы и заметили по лицу. Я даже заметила. Очень. Даже я сама себя, когда вижу, тоже замечаю. А, крем питательный ночной. У меня есть дневной и ночной. Ну, это лежит, когда, допустим, помылась, все это нанесла, скрабики все сделала и уже вышла с ванны. Посушила себя полотенцем и нанесла, конечно. Скраб для тела. Ой, скраб для лица. Хороший, очень хороший. У меня уже лицо просит скраба, почему-то уже такое прям давно не скрабировала. Ну и, как говорится, у меня времени не было. Скраб для тела. Посмотрите, он просто у меня весь такой как будто грязнучий, что я им пользуюсь. Здесь осталось чуть-чуть, и я заказала новый. Очень хороший скраб. Это все идет на конопле. И крем для тела увлажняющий. Тоже хороший. Прям очень хорошо увлажняет. Прям мега-мега супер. И вот такая вот тоже. У меня есть вот такая вот пилингующая. А это скрабирующая для лица. Так. Поэтому мы уже прошли. И сейчас... Извините, если я заняла 32 минуты вашего времени. Но это нужная продукция. Я прям бы посоветовала. Да, она стоит денег. Но эти деньги действительно оправдывают. И расходник по данным продуктам очень маленький. Так, давайте быстро пробегусь. В общем, здесь у меня ничего нету, но просто хотелось бы показать, что якобы что-то здесь было. У меня он закончился. Это черри и флавор. А, вот, это какао с вишней. Очень вкусный, прям обалденный. Но он у меня, увы, закончился. Надо заказать. А, дальше вот такой вот чай Алтай. Очень классный. Путешествие со вкусом. Так, изготовитель Новосибирск. Так, состав. Черный цейлонский чай, черный индийский чай, иван-чай, кипрей, ферментивный чай, тмин, семена, дигиль, корень, солодка, корень. Вот. То есть вот такой вот состав. И он реально отличается. Такая вот пачечка идет. Прям классный. В общем, чем я пользуюсь, очень классная продукция. Да, она дороговатая, но это того стоит, честно. Если у кого-то маленькие дети, не хотите, чтобы дома воняло, просто фанило, как говорится, да, этой химии, я даже советую перейти. Дальше у меня такой стройная фигура, пью напиток. Кстати, действительно стройнее. Такой, ну, прям как сок, просто как сок. Тоже классные. Вкус рябина и имбирь. Он такой кисленький-кисленький. Вот такой вот. Там для нервной системы. То есть это то, что мне нужно. А там от каждой линейки продукции очень большой, обширный прям выбор. Дальше. Иммуностимулирующие для поддержания организма в наши дни. Тем более сейчас скоро будет зима, и, конечно же, это необходимо. Вот, тоже вкусный. Здесь вкус у нас черная смородина и линг-жи. Если не ошибаюсь, белые вот эти вот фрукты или ягоды, как правильно.
Что не знаю, то не обижайтесь. Как говорится, не обессудьте, что так произношу. Ну, я действительно не знаю. Вот, дальше у нас идет балансер. Что такое балансер? Это такая вкусняшка, которая заменяет, повторю, питание. Разводить балансер нужно в шейкере. Кстати, вот такой вот шейкер тоже покупала в Greenway. А здесь у нас сколько миллиграмм? Миллилитров, миллиграмм. И, в общем, вот такой вот балансер идет. Засыпаем сюда, взбиваем венчиком. Друзья, у меня уже язык заплетается. Венчиком, и получается очень вкусный. Я брала себе с клубничкой. Вот здесь 10 штук. Ну, знаете, я вам скажу, если 10 шоссе там, это не значит, что типа вы вот прям вот за 5 дней все выпьете. Я допьюсь, допустим, набрала себе разные и пью в охотку. Действительно, пью в охотку. А, вот. Дальше у нас такие чаи. Это у нас так против стрессовое, то есть восстановление нервной системы. То есть я вам покажу, как он выглядит, потому что он у меня открытый, потому что я пью, да, я. Вот такой вот он идет. И вот такой вот заваривающий пакетик. Так, очень классный, действительно. Мне нравится то, что вкусы, да, они травяные, да. Многие могут не понять, особенно молодежь, но это очень вкусные чаи, очень вкусные. И не ту химию, которую мы прём, у меня уже язык заплетается, пьем, а ту продукцию, которая очень вкусная. И, кстати, они получили сертификат халяль. Вот. Green Bay. Это у нас для... Ну, как бы против отечности, против почек и так далее. Ну, я, так как у меня отечность ужасная была, все равно я поддерживаю себя тоже такими чаями. Почему бы нет? И вот такой вот для женского здоровья чай, там, у кого проблемы с гинекологией, у меня так были роды, конечно, для поддержания организма, тоже вот такой чай. Вот, друзья, что хочу сказать. Столько всего я попробовала с фирмы Greenway, и действительно, фаворитов очень много, очень. Я даже не знаю, что назвать прям, это супер, реально, все очень классно. И вот эта вот швабра, которая идет у них универсально, она прям реально классная. То есть прям она очень качественная. Почему я ее купила? Потому что, вот не поверите, каждые полтора месяца я покупаю швабру. Но у меня уже это просто задолбало, вот. И она вся такая прям крепкая, плотная. И вот этот вот металл, он очень хороший. Вот. И вот здесь так все, ой, все прорезинено вот тут вот. Прям очень классное. В общем, друзья, ролик очень затянулся, длинный. Но мне бы прям хотелось поделиться, потому что я уже планировала давно, и мне не получалось. Вот, думаю, то, что вам ролик понравился. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, делайте так, чтобы ваша кнопка не была красной, а серой. Обязательно подписывайтесь. Всем моим новым подписчикам, всем-всем привет. Спасибо, что вы подписаны на меня, спасибо, что вы меня смотрите, да. Это огромная мотивация снимать и радовать вас дальше. Потому что очень много разных событий, очень много разных ситуаций, которые очень всегда много, и они не кончаются. А вот, и в общем... Суть такова. Я рада, что вы меня досмотрели до конца. Кто пользуется тоже товаром Greenway, обязательно напишите, чем вы пользуетесь, что вам понравилось, что не понравилось. Потому что я, как тоже пользователь, в первую очередь покупатель, бы тоже хотела послушать отзывы и, может быть, что-то еще подобрать. Вот. Всем огромное спасибо. Кто меня смотрит с удовольствием и кто смотрит меня не очень с удовольствием, тоже всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.